Мне не хватало времени, чтобы сказать моему сыну, как я люблю его. Пап, привет. Привет. Ты же обещал. Сынок, ложись, уже поздно. Папа устал. Понять, как важно для него общение со мной. У меня много работы. Всегда были какие-то дела, которые казались важнее. Ты что делаешь? Почему без спроса берешь мои документы? Кто разрешил это делать, а? Когда это кончится, в конце концов? Как часто я был несправедлив. Я понял, как я нужен ему. И как это важно для меня. Мне не хватило времени, чтобы сделать то, что я уже не смогу сделать никогда. Быть всегда вместе с ним. Беречь, защищать, любить.